«Мцдоналдс» принял на работу сотрудника с гепатитом А. Один из сотрудников ресторана «Мцдоналдс» в американском штате Кентукки мог заразить клиентов гепатитом А. Местные врачи попросили немедленно обратиться в больницу всем, кто обедал в заведении и почувствовал симптомы болезни: лихорадку, усталость, тошноту и боль в суставах. Об этом сообщает New York Post. Клиенты, которые ели в этом ресторане 23 марта, должны следить за своим самочувствием примерно с 7 по 12 мая, поясняют врачи, напоминая, что инкубационный период гепатита А составляет около 6 недель. Как зараженный сотрудник попал в общепит, неизвестно. Полиция проводит расследование по данному факту. «Мцдоналдс» сотрудничает с правоохранительными органами. Гепатит А, в народе желтуха, в отличие от ВС, которые распространяются преимущественно через кровь и жидкости организма, передается фекально-оральным путем. Он проникает в восприимчивый организм через рот, с водой или пищей, при контакте с грязными руками или предметами обихода. В 2007 году на строительстве нефтепровода в Амурской области повар заразил гепатитом А около 60 работников, сообщает российская газета. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале «Лента дна». Подпишись, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.